Вот у меня на крыше напротив птенчики. Раз, два. Сейчас. Что-то я потеряла. Треть. А, вот, три. Третий. Раз. Два, три. Сейчас прошел дождь. Такой более-менее приличный. Они, видимо, этому обрадовались. Сразу вылезли. Давай чиститься. Маленькие еще. Не знаю, сколько им. Месяц или сколько. Недели три. А вот мать наблюдает. Всегда кто-то или самец, или самка не покидают. Я несколько дней видела только одного. Думаю, они что, двух поди съели. Если, допустим, рыбу не нашли, они запросто, я думаю, могут. Но нет, все трое живы. Пока, по крайней мере. Потом, когда они начнут слетать с крыш, я думаю, там не каждый выживет. Они глупые такие, просто кошмар. На дорогу выйдут и стоят.